Ну, Россия, к сожалению, слабее Америки. Поэтому сильная страна может проехать танками там, где угодно. А слабая страна не в состоянии проехать на мотоциклах там, где хочет. И там, где, в принципе, имеет право проехать. Ну, как бы морально. Поэтому я считаю, что ничего страшного. Надо расслабиться, надо сделать определенные выводы. И это переписывание истории, это очевидно. Просто нужно стать сильнее. И потом просто, став сильнее, сделать определенные поправки обратно.